Дай Боже всем, я только что вышел с H&M. Иду в куда? Я всегда путаю Юск и Икею, потому что там товары одинаковые, не знаю почему. Юск и Икея, то я всегда путаю, потому что если я буду в Юске и скажу, что я в Икее, или наоборот, то не обращайте на меня внимания, потому что мне там уже писали комментарии. Парень в Юске постоянно говорит, что в Икее. Ребята, короче, сегодня... О, видите, я вспоминаю. В Юске. Сегодня в Юске акция. На все скидка дополнительно на кассе бьется 15%. Даже на те товары, на которые всегда низкая цена. То есть на те товары, на когда, ну, на целый год там стоит эта низкая цена, но никогда не бьется скидка. Гляньте, какой дракон. Никогда не бьется скидка. А сегодня даже я вот написал, спросил, а бьется ли скидка на вот эти товары. Она всегда низкая цена. Мне сказали, что да. И даже на те товары бьется скидка. Поэтому я сегодня хочу взять полочку. Сейчас я вам покажу. Ну, тот, кто смотрит мои видео, тот знает. Ой, мне компьютер надо, но я хочу велосипед. Это хочу велосипед, ребята, что я уже не доживу, наверное. С моими головными болями. Новинки. Гляньте, ребята, новинки. Новинки, новые продукты. Скидка до 50% и 15% еще бьется эта скидка. Юск, ура! Иху! Ребята, меня уже на кассе запомнили. Я только зашел, а мой парень уже говорит, за полочкой. Да, потому что я заходил и спрашивал у него. Я говорю, а скажите, если будет скидка там... Я знаю, что у вас в Юске всегда скидка иногда бывает. Или бьется вот навсегда низкая цена. А, вот, вот так вот она сложена. Да, хорошо. Пусть она будет, да, на кассу. А я сейчас еще погуляю, да, посмотрю. Ага, хорошо, спасибо. Вот, и парень запомнил, пошел сразу мне вытянул. Вытащил эту полочку, вынес со склада. Иду я еще обойду, посмотрю. Погуляю по Икее. Господи, по Юску. Ой, ребята, не могу отсюда выйти. Короче, что мне еще взять? Сегодня плюс скидка. А вот этот я хотел взять ночник лампа. Но я, знаете что, я вот этот хотел. Но на него сейчас скидки нет. Он 400 дорого. Он был 250, еще бы скидка была. Было бы шикарно просто. Вот. Ну, сколько вот этот взять ночник или что, не знаю. Ну так и так сегодня дорого, блин, полочка 1000, плюс еще минус 15%. Еще у меня на карточке просто 50 гривен есть. Но у меня полочка получится 800, я доволен. Классно. Так, ночник может взять. Ну там у меня просто еще есть эти, те ночники. А вот стоит лампа, ай, лампочка, господи, батарейка. Она не работает. Что она не... А, работает. Вот так она, вот так он будет светить. Ну тут просто светло, поэтому не видно. Так хорошо. Ну, в принципе, он оригинально смотрится. Я ночник этот. Кстати, это фарфор. Нет, это не пластик. Ничего, это фарфор. Вот поэтому и так. Ну, он был 100, 120. А сейчас он получится со скидкой. Ну, тоже так нормально получится. Ладно, не буду. Сейчас я раз это... И так денег нема. Что еще посмотреть? Нужно посмотреть, какие у них еще низкая цена на что-то. И себе тоже взять. Я просто не знаю, до какого числа... А эти, вот свечи, у них тоже можно вот эту свечку взять, 100 гривен, получится за 85. Ну куда все это ставить? Ай, так, ну что-то хорошее нужно взять. Вот эти вот вазы были по 250, ребята. Сейчас они, видите, 550 поставили, можно было эту вазу взять, мне тоже она понравилась, классная такая, шикарная. Так, эту я штучку взял, буду ждать, пока будет это. Меняю. Верну разницу в чеке. Низкая цена. Кстати, тут у них тоже подсвечники такие классные были. Я хотел посмотреть. Нет, вот они. Тоже, гляньте. Ну, что это такое? 199. Ну, то у вас 125 был. На ту полочку вообще было бы шикарно. Так. Деревья не хочу. Цветы не хочу. А тут тоже не хочу. Наверное, сегодня обойдемся одной полкой, ребята. Сейчас приеду и буду... Ой, вот это вот тоже классное. Ну, так его поставить, оно будет свисать. Вот это вот растение. 175 плюс скидка. Ну, может, оно будет еще даже дешевле, даже без скидки. Просто нужно будет подождать. Вот эти тоже я хотел взять. Ну, на все грушей не выстачает, как то кажут, знаете. Вот эти классные. Гляньте, они специально сегодня позабирали скидки, потому что 15%. О, слышите? Гляньте, уже надбитый один, все. Надбитый второй. Угу. Вон, еще один разбитый. А тут много разбитых, ребята, гляньте, они все разбитые, видите?
Капец. Сейчас пойдем на ту полочку посмотрим, где у них все со скидками. 250, он был 300, опустили цену. Так. Где у них эта полочка? Вот тут. Тут, кстати, вот можно порыться, тоже кое-что найти. Так, вот эти вот носки сейчас начинаются. 75 гривен? Гляньте, такие носки, они безразмерные. То есть ты одеваешь и все, они запоминают твой размер на зиму с бомбончиками. Папоротник сколько? 200 гривен папоротник. Бери не хочу, а что себе взять еще? Сейчас полочку буду себе эту дома выставлять, полочку. Так. Чашки всякие. Гляньте, сколько этой травы сушеной. Тут если порыться, вот птичка классная. Уже бы тоже цену бы скинули на эту птичку. Что не поставили 100 гривен? Интересно, сколько она стоит? Мне кажется, она и не 100 гривен, она уже и дешевле. Они уже из продажи их забрали. Вот эти тоже классные такие лилии в саду. Так, искусственные. Так, вот этот у меня есть, но у него так скоро батарейки садятся. Вот этот лайтбокс. Что капец просто. Гляньте, еще будет дешевле. 175. Боже, за даром. Так, а эти? Это тоже я брал. Но я еле тогда выбрал. Они все были такие разбитые. Гляньте, сейчас можно взять. Было тоже со скидкой. Спрятали тут. Это на конфеты я брал. Так, а это что? Будильничек такой. 125 гривен. Еще будет вам скидка. Вот, пожалуйста. Ну, так, а эти часы сколько? Это, кстати, тоже новинка. Трещина кода. 140. Какая трещина? А где? А, вот тут? Вот тут, да? Понятно. Понятно. Ставим сюда. Так. А там что еще? Такие все. Понятно. А что они сюда эту поставили? Это же нормально. Зубные щетки. Что тут зубные щетки делают? Гляньте, ребята. Че? Ой. Так. Скатерть. За 70 гривен. Плюс еще скидка. Шторы. Еще одни носки вижу. Это что у нас? Так, без оригинальной упаковки. Если бы знать, что это такое. Боже, боже, боже. Папоротники всякие. На Ивана накупала. Так, а это что? А, без дозатора. 130 гривен. Вот такая штучка, понятно. Для мыла и стаканчик. Угу, керамика. Понятно. Это что у нас? Зеркало. Из 150. Вот такое вот зеркало. Кусочками. Тоже классно. Когда-то хотела его брать, потом думаю, куда его. Короче, тут можно порыться тоже всякого понаходить, ребята. Ладно. Подушки я хотел посмотреть и пледы. Кстати, этих пледов уже нету. Разобрали вот эти пледы, они тут были сбоку. Странно, очень странно. Тут нету. И тут нету. Нету. Кстати, тут тоже подушки можно поискать, классные найти. Но у них много товаров сегодня без скидок. Есть со скидками, но выборочно все, ребята. 175 такая вот. Наверное, знаете, и на мебель что-то можно найти. Ну, вон есть пледы вот по 750, по 175. Вот эти тут мохнатки классные тоже. А тех пледов по 250 все разобрали. Разобрали по 200. Вот, классная цена. А я брал по 100. Вот, по 250 плед. Ну, тот с рисунком был. Кстати, тоже хорошая цена. 250 и минус 15% вообще. Еще халява получается, представляете? Ну, этот вот в этом синем цвете будет классный. И в таком сером. Нормально. Вот эти подушки такие, знаете, еще. А курицу и гуся поставить 200. Одеяло, покрывало 300. Так, а это что? А это у нас тоже подушки, да? 85 гривен. А, это как это? Размер? Размер... не вижу. 40 на 40. Ну, наполнитель. Короче, тут можно наволочек купить много разных красивых. И наполнитель отдельно.
для подушки. 350. Нету красивых подушек. Поразбирали все красивые подушки. И наволочки все красивые поразбирали. Такие однотонные остались. Он тоже в магазине я. И вот этот парень ходит. 550. Вот это тоже такое красивое. Из лоскутков. На него всегда смотрю. Ну, тоже, мне кажется, тоже будет когда-то хорошая на него скидка. Ну, это не мой стиль, что я хочу сделать себе. 150 корзин. Вот это тоже классная подушка такая. Тоже цвет немножко не тот. 200 гривен. Хорошая цена. Так, гляньте, огромная. 800 гривен. Огромнейшая. Вообще шикарная. Такая прям дебела. Покрывал целая куча по 600. Не, есть скидки. На вот эти такие штучки мелкие мало. А на вот эти вот все остальные 750. Есть скидки. На мебель не знаю. Можно сейчас на мебель пойти. Но не буду вас уже задерживать. Вот эти пуфы тоже классные. Без скидки сейчас тоже. Но они прикольные, ребята. Вообще прикольные. Как ежики такие, знаете. Интересно. Так, вот такой разделитель тоже я бы хотел. Классный. 3300. Интересный такой. Мне эта сервировка нравится. Я хочу такой вот стол стеклянный. Очень классный. Я знаю, что он это будет мазаться. Все, но классно. Очень оригинально смотрится. Очень редко у людей. Я вижу, кому я приходил. Очень редко стеклянный стол. Ну, шикарный, согласитесь. Конечно, конечно, я понимаю, что его нужно мистером этим побрызгать и вытирать всегда. Но классно очень смотрится. Очень классно. И стулья, конечно, вот эти вот. Я бы какие-то такие простые. Потому что вот это вот затрется, а вот сидушку такую квадратную поставить, постелить и ее постирать нормально. Какую-то вазу такую вот посередине нормально бы было. Вон еще есть этот круглый, кстати, нужно себе поставить цену. 7500 запомнить. А вот этот тоже... Кстати, ребят, если брать вот мебель, 15% классно, скидка. Нормально, вообще нормально. Круто. Деревянный тоже классный смотрится. Кстати, вот эти вот свечки тоже крутые. Я на них смотрел, в зале нету, а вот на столе есть. А, не светится, закончились батарейки. Тоже интересные. Сухостой. Так, что, иду я брать эту полку свою. Сейчас дома буду закручивать, прикручивать. А саморезы там у меня нету этого шуруповерта. Класс. А это рамка. Да? Да, это рамочка. Все, ребят, всем пока-пока.